Понятно, да? Потому что иногда вы увлекаетесь самой траекторией, которую вы придумываете. Да, да, да. А не зря, вот сейчас задание у нас, я говорю, что первое мы слушаем кости, от центра костей к центру костей, и вот как мы идем. И только потом на это ощущение костей мы накладываем ощущение движения мышц. Да? Понятно, что и сами кости, вот это вот, они все двигаются за счет мышц, это понятно. Это образно, по сути, мы говорим образно о том, зачем мы следим. Понимаете? Конечно, что кости мы не можем почувствовать, взять там мышцы, там снять, мы даже двинуться не сможем. Вот. Но акцент, куда мы ставим вот самое внимание, вот это мы выбрать можем. И да. Вот неспроста... А? Что?